То, что мы видим сейчас, это война прежде всего духовная. Потому что Антихрист идет на Русь Святую, на православие. И хотелось бы вас научить, чтобы вы правильно заряжали патроны. Для того, чтобы патроны летели в цель. Именно туда, на уничтожение врага, а не куда-то в молоко или, так сказать, в воздух. Поэтому святые отцы учат нас так. Когда берете патрон, заряжайте и произносите следующие слова. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой Отче Николай, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой Отче Николай, моли Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой Отче Николай, моли Бога о нас. Царь Николай II, моли Бога о нас.